В Центральном парке семей состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Конституции. На мероприятие, организованное отделом культуры и развития языков, были приглашены жители и гости города. В этом году главному закону страны исполнилось 23 года. Напомним, что Конституция Казахстана была принята 30 августа 1995 года на общенародном референдуме. Главной целью мероприятия стала пропаганда Конституции как прочной основы сильного государства. Во время концертной программы свои вокальные и танцевальные номера продемонстрировали местные артисты и творческие коллективы. Я от всего сердца поздравляю всех с Днем Конституции. Данное мероприятие организовано для жителей и гостей города. Желаю всем чистого и мирного неба над головой. Мы, зрители, очень довольны. Придешь в парк, в парке чисто, уютно. На сцене звучат песни на казахском, русском языках, которые поднимают настроение людей. Всех семичан еще раз поздравляю с праздником!